Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Сегодня хочу опробовать один рецепт, который попался мне на глаза в виде гифки. Знаете, бывает так иногда, смотришь на блюдо, выглядит вроде неплохо, а попробуешь и думаешь, нахрена было продукты переводить. Вот сегодня хочу провести такой эксперимент, благо рецепт совсем элементарный, продуктов не так уж много будет, и в конце концов сожжем и все. Короче, приготовлю, попробую и выскажу свое мнение, стоит ли вам свое время на него тратить и продукт переводить. Список продуктов и основные этапы в конце ролика прочитаете. Баклажаны надо нарезать таким вот образом. Сделать я такой веер, что ли, не знаю. И посолить каждый лист, каждый ломтик. Пусть пока лежат. Помидоры и рассольную моцареллу режу кружочками. Отлично. А теперь пряная заправка. Чеснок и петрушку порублю помельче. Вот так. Все вместе. Так, моцареллу и помидоры надо приправить орегано сухим. Вот у нас такие средиземноморские вкусы. А теперь сборка. Ну вот как-то так. Остается приправить зелень с чесноком и можно отправлять в духовку. Так, ой, красота. А пахнет как чудо. Перца черного для остроты. Естественно, свежемолотого. И масло оливкового, ароматного, экстра вержин. Выбирайте самое вкусное, самое ароматное, какое только есть. Оно здесь не для жанаты, а для ароматов. Все, запекаем. 180 градусов, верхний и нижний нагрев, минут 40-50. Не знаю, что получится, но очень хочется узнать. Так, ну и надо попробовать. Блин, не знаю, как все дело зацепить. Ну, уже видите, да? Одновременно отрезать кусочек, по крайней мере, сначала, чтобы баклажан и сыр попал, и помидорка достаточно сложно. Что касается вкуса. Это вкусный, нежный запеченный баклажан с сыром, с помидоркой. Но сказать, что это прям что-то божественно вкусное, нет. Ну, просто такая неплохая закуска, благо готовится быстро. Что касается сыра, то там на гифке именно на моцарелле настаивали. Я думаю, что не только моцарелла годится. Я думаю, любой плавящийся сыр, который вам нравится по вкусу, тоже здесь будет неплох. Вот орегано я пожалел. Орегано надо было побольше, чтобы немного больше добавить ароматов в сторону вот именно средиземноморского аромата. Может быть, прованских трав сухих добавить. Было бы лучше. Ну, а так, неплохо, но ничего особенного. Короче, если у вас есть баклажаны, есть помидоры, есть какой-то сыр, и вы думаете какую-нибудь себе быстренькую горячую закуску приготовить, это вполне пойдет. Кстати, я не сказал, вот петрушка почему-то совсем слабо чувствуется с чесноком.
Может быть, нужно было не только сверху посыпать, но и вовнутрь между пластинками добавить. Было бы лучше. Да, наверное, вот так. Короче, так вот готовьте, будет неплохо даже. Не скажешь прям идеально, классно, здорово, но очень даже неплохо. На этом позвольте с вами попрощаться. Напоминаю, по промокоду Фреско вы можете здорово сэкономить, приобретая ножи Самура. Кстати, мне нравится вот эта вот серия. Очень нравится вот эта вот. Прям супер. Просто супер. И заточка такая. Серия Супер 5. По промокоду Фреско можете сэкономить. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!